Сообщение с пометкой «Срочно» от Минобороны. На авиабазе Хмеймим в Сирии развернута новейшая российская зенитно-ракетная система С-400 «Триумф». Не имеющая аналогов комплекс ПВО, совместно с крейсером «Москва» будет обеспечивать безопасность полетов нашей авиагруппы. Он способен обнаруживать и уничтожать воздушные цели в радиусе 480 километров. Решение об отправке С-400 в Сирию было принято вскоре после атаки Турции на российский бомбардировщик. И сразу последовала реакция из-за океана. В США крайне встревожены. Официальный представитель Пентагона тут же напомнил о меморандуме, касающемся безопасности полетов. Цитата. «Надеемся, Россия не направит эти системы против наших самолетов».